1 июня страна отмечает День защиты детей. А что же сами малыши? От кого, как они считают, их надо защищать? И собираются ли в будущем ставить в угол собственных сыновей и дочек? Неожиданные ответы участников коллектива «Непоседы» в детском сюжете Павла Трифонова. 1 июня. Да. Знаешь ли ты, что это за праздник? День защиты детей. Подожди, откуда? Вас как-то готовили? Кто тебе рассказал, что 1 июня – это День защиты детей? Ну, я еще в прошлом году это знала. От кого нужно защищать детей? От папы... От бандитов. А при чем здесь папа, про которого ты вспомнил? Папа, он мой... Папа, он каратист. Фашисты. Еще. Акулы. Очень плохие люди. Еще. Дети, как ты знаешь, как мы с тобой знаем, не всегда ведут себя хорошо. Нужно ли наказывать детей? Да, нужно. Например, они опрокинули лампу большую. Их наказать и оставить на них 3 дня в угол. Бандиты. Еще. Тигрята. Ты будешь наказывать своих детей? Да. Ну, я такая буду строгая мама. Кто еще может обижать детей? Кошки. Я буду показывать тебе фотографии людей, а ты должен сказать, знаешь ли ты их или нет, и кем они работают. Ну, он похож на ангела. Это ангел? Похоже, скорее всего. Таких комплиментов Доминик Джокер никогда не получал. Он работает там, может, свечки продает, там платки. У Матронушки работает, может быть. Может, работает крестьянин. Задаем тебе вопросы и узнаем, я сейчас настроюсь, обманываешь ли ты нас или нет. А если я вру? Если ты будешь... Я надеюсь, что ты не будешь нас обманывать, но если ты захочешь соврать, то машина издаст звук. Часто ли ты смотришь мультики? Да. Ну да, я смотрю часто мультики. Машина молчит, поэтому ты нас не обманываешь. Мы... Я не обманываю. Я смотрю каждый день мультики. Кем ты хочешь стать, когда вырастешь? Певицей. Машина говорит, что нет. Возможно, кем-то еще? Ну, еще балериной. Вот, видишь, певицей и балериной. Просто нужно говорить певица и балерина. Угу. А больше кем? Больше кем балериной. Ты любишь кашу? Нет. Машина молчит, ты говоришь нам правду. Тебе нравится писать буквы? Не очень. Тогда я скажу честно, мне нравится писать. Видишь, не надо нас обманывать. Есть ли у тебя мальчик, который тебе нравится? Нет. Ладно. Да, у меня есть. Только я скажу вам честно. Давай. Его зовут Лазар. Знаешь, кто был вершителем судеб? Нет. Вот так вот. Да, смешно. Вот так вот мы тебя разыграли.